Это получается у нас как приклад. Вот, выходит. Потом интересно, американцы написали латинскими буквами на украинском языке. Да, сейчас вот. Разверни, Игорек. Ага, получается. Приготовленное до стреляния. То есть готовим к стрельбе. Увага! Внимание! А, перед стрелянием затыкай уши. Вот ухо нарисовано, господи. Но стреляем только с правого ремня. Ну, то есть на правом плече. Так, значит, вот как вот. Сзади стреляние призи и сниму. Короче говоря, реактивную струю опасайтесь и не стреляйте. Ну и вот тут разные положения. Стоя, с колена, лежа даже можно стрелять. Вот, вид сверху. Тут гранатомет. Американский. Были ваши, стали наши. Да, Игорь Васильевич? Это точно.